с вами Гриношоу, и сегодня я покажу, как добыть вот такое классное тополе. Видите его? Ну, в общем, поехали. Для начала нам, как ни странно, нужна машина. О, черненькая, это вот. Ну, еще примерно 30 тысяч. Ну, потом я вам тоже скажу, конечно. И нам нужно поехать на другой остров, который через мир. Вот мы едем к нему. Короче, лучше днем ехать. Едем вот к этому магазину. Так, вот подъезжаем к этому магазину и входим в него. Так как сейчас ночь. Ночь, смотрите, есть ночь, а вот сейчас нет ночи. Вот, мы такие заходим в этот магазин. Тут машину оставляем, как бы. И смотрите, туда мы как бы не идем. Мы подходим вот к этому, как это назвать, комоду, может. И вот спускаемся вот в этот лабиринт. Вот запоминайте, как я иду. Я уже просто много раз туда ходил и помню практически наизусть. Вот когда увидите такой длинный проход, это значит, вы практически дошли. Так, сейчас вот сюда. И все, мы пришли. Вот этот топор. Но его надо купить. Вот надо 38 тысяч. Ну и 4 бакса. Берем его и идем назад. Ой, я сам потерялся уже. Так, тут просто такая темнота. Ой. Вот главное назад вернуться. Это потяжелее. Вот здесь проходим. Ой, я что-то не воротил уже. Вот сюда. Блин. Я знаю, вы можете сейчас практически ничего не видеть. В общем, вот, я вышел. А если походить тут уже так минут 15, то уже будет понятно. Потому что лабиринт очень маленький. Вот вы подходите к нему. И покупаете его. Ой, я ноут случайно нажал. Хотя ладно, куплю его. Вот, нажимаю yes. И все, иду назад. Потом его можно открыть вот так на E. И вот он наш топор. Ну и вот тут будем заканчивать. С вами был Гриношоу. Всем пока.